В 2016 году компания Теле2 запустила под брендом Skylink сеть LTE-450. В Тверской области быстрый и качественный интернет стал доступен там, где бывает отсутствует устойчивое покрытие сетей GSM. Как прошел год работы на высоких скоростях, обсудили на пресс-конференции. В моем понимании, это вот самое лучшее, что мы можем предложить нашим клиентам для доступа в интернет, для передачи данных. LTE-450 имеет самую лучшую зону охвата и имеет самый лучший показатель по проникновению в здание. Сеть LTE-450 запущена на территории, где проживает 94% населения Тверской области. Полностью покрыты связью города, крупные районы и большинство сел и поселков. За год мы проделали достаточно большую работу и увеличили покрытие сети LTE-450 в Тверской области на 20%. И можно сказать, что мы закрыли уже все крупные населенные пункты. В среднем абоненты скачивают по 16 гигабайт интернет-трафика в месяц. И это далеко не предел, особенно с безлимитным тарифом, всего за 990 рублей в месяц. Кроме безлимитного предложения, Теле2 предлагает оптимальный тариф и для тех, кто выезжает за город редко, но хочет всегда быть онлайн. Клиент тратит 39 рублей в сутки только за те дни, когда выходит в интернет. На пакетном тарифе Skylink L клиентам доступны 15 гигабайт интернет-трафика за 590 рублей. Что важно, остатки не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий период. До 30 июня оператор предоставляет новым абонентам специальные условия. При подключении к сети Skylink через агента жители Тверской области получат месяц бесплатного интернета. Кроме того, можно приобрести роутер в комплекте с двумя антеннами для усиления сигнала по сниженной более чем на 50% цене за 5501 рубль. Покупая роутер Skylink, наш клиент может перемещаться с ним по всей территории работы LTE Теле2. При этом нет никакого роуминга. LTE-450 позволяет чувствовать себя везде, как дома. Сегодня технология доступна не только частным лицам. Мы активно начинаем сотрудничество с государственными органами, с корпоративными клиентами. Это основное, собственно говоря, наше развитие на ближайшее будущее. Юлия Ильичева, Андрей Шибаев, Фереград ТВ.